Всем привет, всем привет! Всем привет! Вы снова на нашем канале Лученко Family Food. Сегодня с вами я, Яна, и сегодня мы с вами завтракаем. Наконец-то я снимаю это видео с завтраком. Смотрите, что у меня. Я пожарила яичко, яичко каждое лежит на колбаске. Я потом до нее докопаюсь, я вам покажу. Оно жиденько. Здесь у меня еще такой хлебушек. Здесь у меня еще йогурт и чаек сладкий. Чай, кстати. Ой, чай. Йогурт. Вот такой какой-то. Первый раз его взяла. Типа запеченное яблоко. Со вкусом запеченного яблока. Ой, смотрите. Честно, эта тарелка не самая удачная для ракурса для мукбанка, но она мне очень простите, с утра не распелась, она мне очень нравится. Поэтому я решила ее использовать. Встала пораньше, чтобы снять эту рубрику. Помидорки сладкие. Потому что вообще эта рубрика, конечно, не набирает просмотра, но когда я ее попробовала, помните, она мне самой понравилась. Я решила ее снимать, потому что постоянным подписчикам она тоже нравится. Это как-то, знаете, уже больше для своего круга будут такие видео. Вот. Что я сегодня хотела с вами обсудить? То, что происходит сейчас в России. Вообще, я говорила, что мы эту тему не поднимаем, но я хочу просто сказать, почему мы эту тему не поднимаем, почему у меня такая как бы позиция, объяснить вам по этому поводу, как я вообще к этому всему отношусь. Вот колбаска, она здесь, смотрите, как поджарилась. В общем, это моя, чисто моя позиция, мое мнение. Никому я его не навязываю. Просто объясняю вам, почему у меня такое вот, ну, отношение к этой ситуации. Просто мне кажется, что когда происходит борьба за власть, вообще любая борьба за власть, да, это политическая игра. И, грубо говоря, это игра двух людей. То есть борьба происходит между двумя людьми. Понятно, что за каждым человеком стоит еще сотня таких же. Но самое главное, что у них, у двух сторон, неважно, какие они, но если у них происходит сейчас борьба, то они заинтересованы, что та, что другая сторона заинтересована в победе. И всегда они будут использовать любые рычаги. И мы, естественно, когда они не могут договориться как-то сами, решить это сами, на помощь приходит, опять же, народ. Они начинают это все дело двигать народом. Знаете, я поверила бы, если бы у нас люди были действительно такие легкие на подъем, что, например, люди там, я не знаю, кровь-то не приходят сдавать, когда просят, да, кому-то, им лень, они там заняты, а тут выходной. Все такие пошли, все такие довольны, за что-то там борются.
там чувак полез там на какой-то возвышенности. Все, молодец, молодец. Если этот человек бы полез куда-то, без толпы был бы дурачок. Зачем полез? Непонятно. А тут этот человек уже превратился в героя, ну, потому что начинается очень много. Самое главное, что мне вот не нравится сейчас, что очень много видео появляется, связано с ОМОНом. Что ОМОНовцы там начали всех задерживать, там пинать людей. Во-первых, это все хорошо показывается. То есть видео видно, что их, ну как, сценка, короче говоря. Переодеться в ОМОНовца может любой, в любом ближайшем маскарадном костюме. И все так удивляются. Вообще настоящий ОМОНовец — это вам не психологическая поддержка. Если вы вышли на улицу, если вы начинаете какие-то левые движения, ОМОНовец не будет вас успокаивать как психолог сначала, а потом скрутит. Этот человек находится на службе. То есть нужно понимать, что это за люди. И типа, если вы орете возле него там что-то там, то он не будет, ну, я говорю, с вами разговаривать. Он вас скрутит и унесет. Все. Все, что он должен сделать. И все так удивляются, типа, как они что они себе позволяют. И вот эти вот ролики, которые начинают опять же против них, мы все это смотрим, во все это верим. Самое главное, что в роман Бузовой и Давы никто не верит. Это проект, это все постановка. А здесь, чего не скажи, все во все верят. И это, ну, это такая что-то на грани ситуация, когда однозначно принять чью-то сторону, особенно людям, которые не разбираются в политике. То есть, если вы не знаете, как устроен митинг, для чего он нужен, не ходите на него. Если вы не знаете, если вы всей этой ситуации знаете только две фамилии, не ходите. Не совершайте никаких действий. Если максимум, что из политики вы смотрите по вечерам новости, кричите в телевизор, не ходите на такие, как бы, мероприятия. Поэтому я, допустим, как бы понимаю и сторону власти, и сторону народа. Но мне кажется, что опять-таки вот этим, что нас поманили, и мы вышли и пошли, опять мы показываем не то, что какую-то свою народскую силу, а потому что опять показано, что нами можно, нас можно вывести хоть когда, хоть куда, хоть за что. За любую залупу мы пойдем, не разобравшись, и будем кричать, и что-то требовать, вообще, ну, как бы особо не понимая, что происходит. Я не говорю, что там все, никто ничего не понимает, но вдруг стали разбираться, все понимать, насмотрелись роликов на Ютубе. Я все понял и пошел. По мне, так вот реально, это какой-то проект и какая-то постанова. Реально. Знаете, может быть, даже какая-то проверка. Если вдруг реально это произойдет, да, посмотреть, ну, как бы, свою подготовленность. Насколько, допустим, народ готов выйти. Вот. Не знаю. У меня, конечно, все против. Яички прям очень вкусные получились. Так что я, это вот, знаете, я вот не принимаю ни одну, ни вторую сторону, вот потому что, допустим, вот представьте, вы работаете на работе, у вас своя должность, допустим, неплохая. И тут кто-то пытается у вас эту должность отнять, и он будет использовать любой метод, чтобы эту
получить, он будет казаться таким хорошим, он будет вас так, да, все ваши грехи поднимет. Но этот человек, он для чего это делает? Не потому, что он такой святой, потому что он хочет тоже, допустим, если он реально хочет забрать власть, и потом за него выходить и говорить, да, он там свято святых, а ты такой плохой, уходи. Я не вижу в этом логики, потому что второй, который хочет добрать, он может быть еще хуже, потому что он, какими путями он вот это вот все делает, да, он ищет, он копается, ковыряется, лишь бы получить то, что ему нужно. Такое, когда человек приходит таким образом к власти, я не знаю, насколько это. То есть вы можете быть хорошим сотрудником, да, ну как бы не идеальным, но как бы работаете, работаете. Человек приходит, начинает вспоминать, как там в детском садике вы, не знаю, украли погремушку. То есть он это делали. То есть это насколько он проникся. Пути-пути. Я только завтрак снимаю. Поэтому я бы, честно говоря, не пошла. Но это еще раз повторю мое мнение. Хлеба мне не хватило. Ё-моё. Ладно. Йогурт. А я не буду. И буду. Пахнет яблочком. У нас... Что у нас? Сегодня, может быть, курицу гриль снимем, если они сегодня работают. Я в Инстаграме показывала. Такой вот бусик. У нас вообще... Все работает, знаете, по очень странному режиму. Особенно те, кто вообще, это, допустим, какая-то сеть магазинов, они работают вот как написано, график. Они ровно открываются, ровно закрываются, ну, как бы, да, там, без всяких. Какие-то частные магазины или маленькие какие-то сети магазинчиков, а кафешки вообще... Открываются, когда попало, закрываются, когда им удобно. Пекарни, например, тоже. Вот у нас есть сеть кондитерских. Ну, они как бы типа сеть по Германии. Они как бы работают. Вот сколько у них написано режим работы, они столько открылись, столько же закрылись. А какие-то вот такие мелкие пекарни, написан один график, приходишь к этому времени, они уже закрыты, за час, за два закрыты. Ну, как бы, я думаю, может быть, они уже распродают, типа, допустим, все булочки и открывают-то раньше. Ну, так пеките больше до этого времени. Зачем тогда вообще этот режим работы? Мы так очень часто сталкиваемся, или с кафешками. Написано, с 10 открыты. Приезжаешь, а там еще даже... Они даже и не чесались. Так можно. Ты же рассчитываешь
свое время приходишь. Помню, в России как возмущались там. За 15 минут придешь за бургером. В смысле, вы уже сковородку помыли? Жарьте мне новый. Тебе пожарят, а тут за 2 часа можешь прийти уже все. Как они говорят, Алиса. До свидания, Алиса. Там прям яблочки были. Йогурт слупила. Не заметила. Ну все, сегодня у нас был такой политический мукбанг. Дебаты закончены. До новых встреч, пока. Жду вас на следующем мукбанге. Надеюсь, это будет курочка-гриль. До новых встреч, пока.